Дрожжевой пирог с малиной – добротная, домашняя выпечка, которую с удовольствием едят взрослые и дети. Подойдет пирог в будние праздники. Кисловатая малина хорошо сочетается со сладким тестом. Такой пирог с малиной, можно сказать, классика кулинарии. Он приготовлен из обычного, сдобного теста, но всегда получается пышным, ароматным и очень вкусным. Пирог нарежьте и сразу выложите в кастрюлю с крышкой. Он сохранит свежесть, как минимум 2 дня, если, конечно, за это время вы его не съедите. Малина подойдет как свежая, так и мороженое. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога с малиной. В миску выложите дрожжи. Влейте теплое молоко и добавьте сахар, ванильный сахар. Насыпьте соль. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Добавьте растопленное сливочное масло, которое перед этим немного охладите. Насыпьте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое может немного липнуть к рукам. Выложите тесто в миску и накройте полотенцем, поставьте в теплое место. Через час-полтора тесто значительно увеличится в объеме и будет готово к работе. Разделите тесто на 2 части, одну часть раскатайте в пласт и выложите в форму для выпекания. У меня форма диаметром 22 см со съемными бортиками. В данном случае удобно снять бортики. Посыпьте тесто крахмалом, чтобы он впитал сок от ягод. Выложите малину, мороженую малину не размораживайте. Вторую часть теста тоже раскатайте и сделайте рисунок. У меня есть специальный валик для этой цели. Можно просто сделать надрезы ножом, а можно не делать надрезы на тесте. Оденьте бортик и дайте тесту растаяться 30-40 минут, после смажьте желтком и отправьте в духовку. Выпекайте пирог в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 40-45 минут. Готовый пирог немного охладите и достаньте из формы, после нарежьте и подавайте к столу. Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Молоко, 200 мл. Дрожжи свежие, 20 грамм. Сахар, 80 грамм. Соль, 0,25 чайных ложки. Масло сливочное, 60 грамм. Ванильный сахар, 10 грамм. Мука, 400 грамм. Крахмал, 1 чайная ложка. Малина, 200 грамм. Желток яйца, 1 штука. Количество порций, 8-10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания.